не все равно, зато она самоутвердилась, высадила человека. Почему нельзя так делать было в Пулково? Почему? Потому что зато она теперь очень крутая, она хозяин шлагбаума. Вы уважаете меня и это вы уважаемая, мы там еще никто. Требую, чтобы мне дали возможность выйти из этого самолета. Я с вами здесь больше никуда не хочу. И разбираться буду уже на другом уровне. Потому что вы держите 100 человек из-за того, что вам хотелось одного человека унизить. Я сидела, но посвятила, что этот человек нормально разговаривает. Он не показал вам билетик, вы за это он сходил в самолет. Он просто сказал, ходите, снимайте. И прошу. И вы пошли жаловаться капитану. Но вы хоть понимаете, что вы сделали? Вы стоите просто оправдывать. Нет, это просто человек запутанный. Вот я сидела здесь, я слышала. Она говорит, дайте билетик у пассажира. Он говорит, не буду я вам ничего показывать. Я вас тогда высажу. Он говорит, ну высаживайте, хорошо. Хорошо, он нахамил. Но это стоит того, что мы здесь